говорите одно, а на камеру. Так, еще раз. Значит, 6 пакетов молока было куплено по цене 3, потому что шла акция, и сегодняшним числом вот молоко... Чек сфотографируйте. Да, несите, пожалуйста, несите, отойдите. Что да. Хочешь, то и делай. Хорошо. Вот, это понятно, что хотите, то и делать. Вот. Брали 6 пакетов молока. А заплатили за 3. Правильно, потому что была акция. Конечно. Одинаково абсолютно. Название, видите, цены разные. Но по закону покупатель может выбрать ту цену, которая ему удобна. Я, естественно, буду выбирать по 81 и взять 5 штук. Вот. 5 упаковок по 81 рублю. Слушай, у нас сосиски с оценкой. Там рядышком есть ценник нормальный? Там 2 ценника, ну, по закону. Если я вижу 2 ценника... Ну, вы разницу увидели в них? Какая? Никакой разницы, абсолютно. Поэтому абсолютно никакой. Те, которые сроки подходят. А при чем тут сроки? 2 ценника. Смотрите, 2 ценника стоят, правильно? Вы мне обязаны продать по тому ценнику, который... Сделайте возврат. Зачем возврат? Я хочу по 81. Разобрали, откуда я дам тебе уже? По 81 пробивайте, 2 ценника. По 81, пожалуйста, пробивайте. Ну, это не ко мне. Ну, зовите старшего, сейчас будем разбираться. 81 с чем там цена стоит? Просто 81. Там на 216 рублей разница. Нет, там не 216, там у меня 5 пачек. 54 разница. 5? Да, 5. Просто одну унесли у меня. Это получается 270 рублей. Вот считайте. Вы посмотрите, пробивали 5, вот, изначально, мне пробили 5. Человек не закрыт, не имеет права ну, нет, ну вы имеете, а я имею право взять по 81, который у вас цена, 5 пачек. Там разные цены стоят, ну, ценники прекрасно видно, что цена. Там не видно, что с оценкой, где там видно, там написано последняя цена. Ну, ценник это у нас оцененный товар. Так от 5 декабря ценник, правильно? Ну. Я имею право взять по той цене, которая меня устраивает. Закон, ну, товар знаете. С уценкой. Вы там видите товар с уценкой? Там не написано на ценнике, что товар с уценкой. Там написано два одинаковых цены. Я не знаю, как у вас. У вас должны быть понятны. А покупатель всегда прав, поэтому... Если стоят два ценника, разберитесь по-чему. Я разобрался. Да, правила торговли. Ну, два ценника одинаковые. Сейчас он хочет все по одной цене. Все пятеро, да, по цене 81. У нас холодильник, весь ряд точно. А женщина, вы здесь работаете? Да, конечно. А вы? Безопасности. Служба да. Безопасности? А какое вы имеете отношение к торговле? Очень прямое. Вот к этому абсолютно. Какое отношение? Пока. Это здесь работники зала и менеджер зала, правильно? Да, и я к этому отношению хорошо, прямое. Хорошо, тогда вы должны знать по законодательству, да. Если стоят 2 одинаковых ценника. Вы что хотите? Вы ваши претензии вообще, что вы хотите? Я беру по цене 81, который указан на ценнике. Да. Ценники одинаковые, там не написано, что с уценкой, понимаете, да? Там написано, а быть такие же сосиски. Просто стоит сегодняшнее число и цена по 81. Вот. Я беру по 81. И я хочу, чтобы мне пробили по 81. Если по каким-то причинам вы не успели ценник убрать, это ваша проблема. Нет, я покупатель. Мне не успели. А в чем дело тогда? Тогда давайте по 81. Какие проблемы? По 81 идет одни сосиски, а следующие идут. Вы видели ценники? Они ничем не отличаются. Там не написано, что даже по оценке. Сколько вас сосисок взял? Где ценник? Везде ценник. А это уцененный товар. Мы а вам пошли навстречу. Где это написано, что мы это уцененный товар? Мы вам отдаем разницу с одной пачки сосисок. Нет, так. Вам надо 5 пачек. Я изначально взял 5. Вот, смотрите. Я изначально взял 5. Я и брал их 5. Мы не можем вам отпустить по уцененной цене товар. Можете. Можете. По закону. Вы сейчас нарушаете закон. Нет, мы не нарушаем. Вы нарушаете, у вас две цены одинаковые, да. Но вы мне не хотите что, продать, что понимаете? Базар, то есть мы сейчас отдаем им разницу за одну пачку, да, за остальные. 5. Нет. Смотрите, тут 5 пачек. Делаешь возврат на 5 за 4 разницу, завтра к нашему директору с жалобами, заявлением и с чем угодно. Почему? То есть мы со своего кармана не будем, мы не можем будете? Вам настоящим, нет, не будем. Будете? Почему? Потому что по законам торговли мы имеем право вот так вот торговать, да? Вы то не есть имеете это не права мы так придумали. Торговать. Если 2 ценника по закону, я имею право выбрать любой ценник, правильно? Ни она, я выбираю дешевый. Ни зам, ни продавец вот на этом уровне сейчас с вами разговаривать тогда не будет. Давайте директора. Сейчас мы, директора. Да, вот вам почему я говорю, что мы
мы делаем возврат на 4 пачки, за пятую мы вам отдаем разницу. Чего? И вы завтра приходите за заявление. То есть мы вам делаем возврат. Все. То есть как по законодательству, по правилам, которые сейчас они могут сделать на данный момент, да, мы делаем вот так. Завтра вы приходите, говорите нашему директору и предъявляйте, за сколько вы хотите это купить. Нет. За 3 копейки, завтра за 5 уже копеек. Не давайте сейчас. Нет, мы вот звоните сейчас делаем возврат. Директору. Звоните сейчас директору. Возврат, да. И будем он... сейчас. Подождите, сейчас. Вы кто? Директор сейчас дома, хорошо, отдыхает. Хорошо, тогда сейчас. Давайте вызовем полицию. Вот, разберемся. Зафиксируем все факты. Не занимается. Как? Это мошенничество, извините. У вас ценник ходил? Конечно. Если вы... Сейчас вот за клевету еще. Да? А вы законы знаете вообще? Конечно, знаю. У вас ценник стоит 81, а продаете по 135. Это не мошенничество, что ли? Вы определитесь уже. А у вас еще вы вымогательство, вы что хотите? Вымогательство? Конечно. Я что, к вам пришел вымогать? Я пришел. Наташа, дай нам разобраться. А вот то, что на халяву, вот это уже клевета. Клевета. Я готов а платить. У вас два ценника. Молодой человек. Спасибо. Спасибо. У вас два ценника. Молодой и это повторяется человек. Не первый раз. Со мной, пожалуйста. Что? Нет, у вас уже не первый раз. И каждый раз, послушайте меня, я уже не первый раз прихожу в разные пятерочки. И каждый раз, когда такое, возвращают, извиняются, говорят, что это менеджеры виноваты, что не убрали ценник. Вы же сейчас начинаете спорить. А если вы хотите спорить... Я вам говорю, мы можем пойти на встречу, мы можем отдать разницу за одну пачку. Я взял 5. Мы не можем. Смотрите, я взял 5. Я взял 5. Не нанимали. Вы стоите и стоите, мы же разрешили. Вот. На вас жалобы, вы понимаете? Смотрите. Смотрите. Вам надо следить за ценниками. Это не первый раз. Понимаете? Без разницы. Меня это не должно волновать. Я пришел, увидел ценник, взял по этому ценнику. Все сходится. Дальше ваши проблемы. Не успели поменять? Меняйте вовремя. Можете. Можете. Потому что у вас был ценник. Если вы не отпустите, вы нарушите закон. И придется вызвать полицию, зарегистрировать сей факт, и у вас будут проверки. Молодой человек, да. Вы абсолютно правы. Спасибо. Я еще раз, я работал в такой же сети, все правильно. Да. Смена ценника, это вина магазина. Согласен. Я работал в сети, хорошей сети работал, поэтому я еще раз вам говорю. Это они не правы на 100%. Конечно, да я знаю. Спасибо, они обязаны поменять ценники. А то, что по ценникам было, вам обязаны, еще раз говорю, обязаны были... Да. А я не первый раз так. Вы правы абсолютно. В других магазинах возвращали, извинялись. Вы правы абсолютно. Спасибо большое. 5 пачек, смотрите, у вас пробито 5 пачек. 5 пачек. 5 пачек. Так что давайте. Либо нормально, либо давайте дальше усложнять. А что дальше? Там я вам доказал, что 2 ценника стоят. И что? А я как покупатель имею право брать по минимальному. Там же ценники стоят, не два ценника. Я беру подешевле. Я не виноват, что вы туда засываете руки, все проверяете. Совесть имели, как молодой человек. Знаете, сколько на вас жалоб, на самом деле, по поводу совести? Так, рассчитайте со мной, она вам разницу принесет. Давайте разницу сразу. Пока не принесете, я вам рассчитываться не буду. 270 рублей разница получается. Верните мне разницу. Недавно я до понимаю, этого я пришел. Вы правы, но я не имею права. Спасибо, что вы понимаете, что я прав. Вот это уже. А вот здесь уже это ваш косяк, и вы несете полную ответственность косяк за это. Понимаете, да? Мужчина, сказали, я уже поняла, кто вы. Вот здесь вот бегаете с игрушками. Я уже поняла. Что, кто не я? Делайте нервы ни людям, ни нам. Все, идите. Подождите, сейчас денежку вернуть пойду. На вас очень много жалоб. На вас это на кого? Вот на такие сети, которые два ценника. На Красную площадь с лозунгом. На сети у него жалобы. Мне просто сразу деньги вернули. Вот что-то они, да. Да. Там стоял по одну цену, другую там. Да мне то же самое. Мне то же самое в прошлый раз. Извиняюсь, извинения. А сейчас что-то, видать, сменная такая. Ну вот. А представляете, сколько людей просто не смотрят? Вроде как по акции взяли, им пробили, они даже заморачиваться не хочет уходить. Это бизнес. А страдает обычный покупатель? Я вам скажу, это не бизнес, это нехватка персонала. Ну, скажите, я понимаю, скажите, я в этом виноват лично? Лично я виноват? Сейчас вы стоите, молча ждете, вам сейчас отдадут. Что значит молча? А у меня как? Я говорю, молча стоите, здесь люди работают. А я хочу говорить. Я что, не имею права? Я сказала, на Красную площадь. А кто вы такие, что говорит? Вы просто побеседовать, поговорить и телевизором насмотрелись, да? А то, что они с деньгами работают, это уже 10 часов как минимум. И что? И сейчас вы будете нерв и мозг выносить. Я, что ли, вам? Да. Все, извинения приняты. Хорошего вам вечера. Да. Будьте внимательны в следующий раз и меняйте вовремя. И проблем не будет. До свидания.